привык ходить по лезвию ножа и ставить на кон то, чем остальные дорожат. Жизнь как бойцовский ринг и бой с чемпионом мой. Кулаки сказали б за меня, если б я был не мой. Церемонится удел слабаков. Удача любит отчаянных, я давно с ней знаком. Я то таком, говорят, он хамоватый и дерзкий, но не похож ни на кого, и сравнивать его не с кем. Это достаточно веский повод, не лезь со мной в споры. Достаточно одной искры, чтобы я вспыхнул как порох. Пусть вас хоть свора, хоть орава, хоть толпа, хоть скопище мне по барабану. Я не дрогну, я психопат тот еще. Я смотрю на мир из-под лобья, так он больше боится. Правда во мне, и мне не унять своих амбиций. Пусть разум молчит, зато сердце кричит пора. Я иду на таран. Давай, давай. Я такой, какой я есть, и не вам меня судить. Я такой, какой я есть, и меня не изменить. Я такой, какой я есть, и не вам меня судить. Я такой, какой я есть, и меня не изменить. Я иду на таран, 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 таран. Я иду на таран. Тарам, тарам, чай дула, тарам, чай дула, тарам, чай дула, тарам. Different. I'm just wanting to know what you suggest, because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting...